В Твери продолжается рейтинговое голосование по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2024 году. На выборы жителей представлено 10 объектов во всех районах города. Проголосовать можно на платформе za.городсреда.ру или воспользоваться помощью волонтеров. С первых дней рейтингового голосования студенты промышленно-экономического колледжа посещают предприятия, образовательные учреждения и помогают жителям отдать свой голос за благоустройство той или иной общественной зоны. Волонтеры говорят, что особенно легко работать со школьниками. Школьники, они очень хорошо работают с телефонами и быстро улавливают информацию. С этим голосование проходит гораздо быстрее и проще. Не у всех подростков есть личный кабинет на портале госуслуг, но многие школьники знают о проекте формирования комфортной городской среды. И хотя, чтобы их голос тоже был учтен, в этом им как раз и помогают волонтеры. Голосования, которые сейчас проводятся, позволяют выбрать наиболее нужные жителям Твери территории. Федеральную программу Тверь вошла в 2017 году. С тех пор горожане ежегодно голосуют за благоустройство общественных зон. Как, например, за сквер в поселке Химинститута. Трудно поверить, что еще несколько лет назад люди старались обходить это место стороной. Для того, чтобы заросшая, заболоченная территория превратилась в место притяжения детей и взрослых, жители поселка проявили невероятную активность. Массово, прямо скажем, массово участвовали в предварительном голосовании. Мы получили очень большой процент проголосовавших относительно количества проживающих на территории Химинститута. Цифры были очень серьезные. Сейчас проходит голосование за объекты, которые планируется благоустроить в следующем году. Перечень включает в себя 10 территорий во всех районах Твери. Если мы что-то хотим, мы должны для этого что-то сделать. Мы должны для начала сделать первый шаг. А первый шаг – просто проголосовать. Тем более современные технологии позволяют не тратить на это много времени и физических усилий. Не надо куда-то идти. Достаточно в смартфоне, на компьютере отдать свой голос. Молодежь у нас активная, она более пожилому населению может помочь в этом вопросе. Рейтинговое голосование продлится до 31 мая. Свой голос в пользу благоустройства одной из 10 территорий можно отдать на платформе za.городсреда.ру или воспользоваться помощью волонтеров. Именно от числа голосовавших жителей города зависит объем финансирования, которое Тверь получит от Москвы для реализации проектов по благоустройству. Голос каждого из нас имеет большое значение. Достаточно внимательно изучить перечень из 10 территорий и до 31 мая проголосовать за любую из них на госуслугах.